Друзья, всем привет, и сейчас расскажу вам о том, что происходит на Ближнем Востоке, и о том, как там от этого истерится Соловьиный. Кстати, расскажу вам, как сейчас уже приняли отдельную резолюцию по Соловьиному, пока он там истерит. Но перед этим, друзья, конечно, разрешите мне поздравить наших захисників и захисниц, всех тех, кто сегодня воюет за Украину с оружием в руках, защищает нашу страну или защищал, всем ветеранов, кто сражается или сражался за Украину. Спасибо вам всем огромное, и на вас сегодня держится свободный мир. Вот это реальность. А наша задача максимально вас поддерживать, и вы знаете, что я это делаю постоянно. И праздничный сбор, если вы хотите поздравить Збройні Сили Украины, все наши силы обороны и наших защитников и защитниц, то присоединяйтесь к сбору на Экофлоу для танкистов 65-й бригады. Очень крутые ребята. Есть вещи, которые им государство никогда не поставит, не закупит. И в том числе это Экофлоу. А мы должны с вами им помочь. Присоединяйтесь, кто может. Еще оставлю, вот можно по QR-коду перейти на ссылку. В общем, там легко задонатить, если у вас такая возможность есть. А это лучший подарок и лучшее поздравление с Днем захисників и захисниць Украины. Ну и, конечно, жмите кнопку лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну и давайте к Ближнему Востоку. Так, в ночью началась операция уже наземная Израиля против Хезболлы и террористов, которые засели в Ливане. Есть видео ударов по Бейруту, особенно активные удары идут по южным районам Бейрута. Есть видео, как ливанская армия от границы отходит, даже не особо стремясь вступить в боевые действия. Цахал, это армия Израиля, пересекли границу в нескольких точках, глубоко пока не продвигаются. Возможно, собираются создать буферную зону. Окончательные планы Цахала мы с вами не знаем, но будем следить за развитием событий. Но действуют решительно. Сначала обезглавили Хезболлу, уничтожили всех ее лидеров, ввергли их в шок и трепет. Теперь зачищают уже на территории. Ну и утром выпал Соловьиный. У него такая легкая депрессия. Значит, вот он рассказывает о том, как... Мол, Израиль напал на члена ООН, это же агрессия. Да что вы говорите, это агрессия, такое бывает? Член ООН, это важно, да? Послушайте. Стало ясно, что за агрессией Израиля в Ливан, а это агрессия, стоит Соединенные Штаты Америки, которые говорят, что если Иран дернется, то ему хана. Дело в том, что не в зависимости от того, дернется Иран или нет, по нему будет нанесен удар. Вообще-то то, что происходит, конечно, удивительно показывает тот мир, в котором мы живем. Но давайте посмотрим сами. И Ливан. Государство, член Организации Объединенных Наций. Чем виновата Хезболла? Тем, что Израиль считает их террористической организацией, которая угрожает им. Понятно. Интересно, когда запел. Кстати, еще интересно, то он любит к месту, не к месту рассказывать, что он еврей, Соловьев. Ну, если и вправду он еврей, то, конечно, позор еврейского народа, что тут можно сказать. А тут он как-то за миролюбивую Хезболлу очень переживает. Ну и главное, сокрушается, что вот а России не дают бомбить, уничтожать и делать агрессию. Ай-яй-яй, несправедливо, послушайте. Но по отношению к России, против которой было сказано однозначно, что все, Россия должна быть уничтожена. За Россией не признается право воевать за сохранение русского народа и своей государственности. А Израилю выдается карт-бланш. Ну, то есть, понимаете, он не говорит о том, что там террористы нападают, собственно говоря, на сам Израиль. И как раз будет сейчас через несколько дней годовщина, как больше тысячи израильтян были убиты, изнасилованы, зарезаны этими террористами. Там Хамас, Хезболла, все это одни и те же. Это он не говорит. А то, что они напали на суверенное государство, которое России ничем не грозило и никак не трогало, ну, это, как бы, видите, ему неинтересно. У меня тут для Соловьиного, кстати, есть привет из ПАСЕ. Только что была принята резолюция о свободе слова и пропаганде.
там, как отличать и что. И прошли мои правки и поддержаны были, причем так, ошеломляющим большинством, о том, чтобы и Соловьева, и Симонян, и Скобееву, и других российских пропагандистов всех санкций. А я еще выступал и говорил о том, что санкции — это только первый этап, а дальше нужно их в тюрьму, потому что на их руках кровь. Так что, Соловьин, дачку на озере Кома не увидишь никогда. А вообще берегись, поймают тебя за жабры и притянут. This is very important amendment because it says about targeted sanctions against key Russian propagandists. Маргарита Симонян, Ольга Скобеева, Владимир Соловьев, those who should be in tribunal, not just sanctioned, that's just the first step. Then there should be warrants against them, they should be in tribunal, they should be in prison for what they did, because they have blood on their hands, and we need to start this process of taking them to responsibility. Thank you. В общем, друзья, вот такая история. Подписывайтесь на канал. Кто может, донатим для ЗСУ на очень правильное дело. Ссылка в описании. Помогите как можно быстрее собрать то, что нужно танкистам 65-й бригады. Держим строй, друзья. И что я вам могу сказать? То, что происходит на Ближнем Востоке, говорит нам об одном. Во-первых, о том, что ценят и уважают только силу. А во-вторых, что чем больше ширятся там боевые действия, тем больше необходимость в Украине, в нашем боевом опыте и в нашей армии. Так что, друзья, не опускаем нос. Наши захисники и захисницы нужны не только Украине, а всему свободному миру. Это и есть главное достояние Украины. И это мы должны помнить, поддерживать и развивать. Держим строй!